Друзья, ну многие люди следят за моей деятельностью, смотрят мои видео, а моих видео их просто сотни, их большое количество. И вы там видите, что я показываю все то, что я могу, ну физически или психологически, все остальное. То есть показываю свои возможности. Но если вы заметили, то я ни разу, нигде за все мое время существования в интернет-пространстве я ни разу не сказал, что я кого-то лучше или кто-то хуже, чем я. А все почему? А потому что я стремлюсь к тому, чтобы просто не выпендриваться. А те люди, которые хотят показать, что они лучше, чем другие, они похожи на выскочек, между прочим. Всегда найдется человек, который лучше, чем ты, сильнее, чем ты, умнее, чем ты. И сразу вот это все уходит на нет. Человек, например, выпендривается в своей весовой категории. Да я крутой, я тебя побью, там тыры-пыры. Появляется большой дядя. Хлоп ему сверху, там, по затылку. Помолчи, родной, ну что ты, блин. И придется заткнуться и молчать. Поэтому не выпендриваемся. Всегда найдутся люди, которые лучше, сильнее, умнее нас.